Нам в жизни много без чего можно обойтись. Вот без телефона, например, мы можем прожить. А вот, наверное, без еды никто никак не проживет. И для того, чтобы человек совершал подвиги на производстве, стоя у станка, или воевал в зоне СВО, или совершал какие-то научные открытия, у него должны быть жизненные силы. И жизненные силы ему придает, конечно же, еда. А вот те люди, которые производят все это, благодаря вот такому напряженному, очень сложному труду, они сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Хочу сказать, что Оренбургская область является и промышленным, и аграрным регионом. И я думаю, что даже еще неизвестно, каким больше.